Да, и обман, это они часто соседствуют. Мне как раз Ирина Винер жаловалась, рассказывала, что вы ее обманывали. Было дело? Да, постоянно. Мне кажется, нет ни одной гимнастки, которая вот склонна к полноте, как я, которая бы как-нибудь там не хитрила с едой. То есть, на самом деле, истории уйма просто. А как вы хитрили с едой, расскажите? 14, 15, 16 лет. И особенно мы поехали во Францию, в Париж, и увидели эти багеты огромные, вот эти бутерброды, чего там только не было там внутри, как можете себе представить. И вот мы с бешеными глазами увидели и купили. А поняли, что это не маленький какой-то бутербродик, это не шоколадка, не конфетка, чтобы спрятать в карман и принести. А времени там сидеть и есть не было, потому что эта кофейня, она находилась рядом с гостиницей, где мы проживали все. И мог в любой момент кто-то пройти. Застукать. Да, и мы не знаем, что делать. В итоге... Я засунула в штанину вот так этот бутерброд-багет, ножки маленькие, и шла вот так, как на костылях. А моя подружка засунула в рукава, и она шла вот так вот, потому что руки невозможно было сгибать. А я вот так вот на костылях. И, в общем, мы заходим, там такая дверь, такая крутящаяся, и мы ничего не можем сделать. Я вот так ногой, она руками... Это был и смех, и грех просто. Как нас не застукали, но это счастье. И вот потом, конечно, мы все это вытаскивали, с каким удовольствием дома съели все. Ну, таких историй много. Там в капюшон я прятала. Вот я хорошее место нашла, меня ни разу не находили. То есть большой капюшон, туда что-то спрячешь, завяжешь так и идешь. Тебя вот так все похлопают по карманам. Ничего нет, заходишь. Раскрываешь капюшон, а там чего только нет. А, кстати, газировку вам разрешали или это тоже было под запретом? Конечно же, не разрешали, но всегда на крупнейших соревнованиях, чемпионаты мира, Олимпийские игры, мы сдавали, и даже на гран-при разные, мы сдаем допинг-контроль. Так. И мы всегда мечтали, чтобы именно нас взяли на допинг-контроль, потому что там нам давали все газированные напитки, какие хочешь, в любом количестве. И никто тебе не мог запретить их не пить. И вот бывало, сидишь по 4, по 5 часов и пьешь с радостью эти газированные напитки. Вот, и рядом с тобой сидят там тренер или кто-то. И вот, завидуют. Да, и ничего не могут сказать, самое главное. Не могут сказать, не пей. Вот. Это радость была. Я помню эти допинг-контроли. Это, конечно, меня возьмите, пожалуйста. Это программа «Мой район». First to go, Yana Batushina from Russia. Batushina, one of the youngest gymnasts in this final. She's just 16. She's come up through the ranks of a junior international competition and really is a crowd favorite. Great charisma. She also has a technical difficulty in her work to match that. And that's risk. Jumping over the ball on the bounce up. There on that double turn, leg very high in front and held rock solid. And look at that control, she doesn't even bat an eyelid. Batushina making it look so easy. That routine absolutely packed with difficulty. Almost a risk in every catch. Look at that. Great height on the leap.
good amplitude, great flexibility. I know as far as the Russians are concerned, she is one of their great hopes for an Olympic medal.